Москва для всех. Москва велосипедная. Город, которому быть. Дорогой Сергей Собянин! Я хочу жить в этом городе счастливо, спокойно. Я хочу, чтобы на велосипедах мог кататься каждый. Это и здоровье, удобно и весело. Я хочу, чтобы Москва была без пробок, чтобы мы все катались на велосипедах. Но для этого, конечно, нужны велосипедные дорожки, велосипедные парковки. Власти Москвы, обращаюсь к вам. Сделайте нам, пожалуйста, соответствующую инфраструктуру. И мы все пересядем на велосипеды. Друзья мои, нам нужно поменьше ездить на автомобилях, намного больше ездить на велосипеде. Москва – это лучший город Земли. Мне кажется, что мы можем сделать его еще лучше. Я верю в то, что Москва станет велосипедным городом. Давай автомобили! И научите меня ездить на велосипеде. Нас услышали. Москва пересаживается на велосипеды. Мэрией Москвы был обнародован проект по развитию велосипедного транспорта. Москва, я люблю тебя.